Так, сейчас мы отправляемся за какими-то монументами. Которые непонятно, что за монументы и куда нас послали. Но в итоге мы придем и найдем то, что мы ищем. Логика присутствует, и это самое главное, что должно быть в вашей голове. Так. Опачки. Что это такое? Добрый день. Так. Так, это по квесту оно, да. Что не все от меня хотят? Он просто не понимает. Он видит, что у меня надо мной значок завета и, попытался меня джахнуть. Что я типа, ну проверить, джахнет ли или нет. Это такие парнишки с синдромом непонимания. Так, все поменялось, писец, вот не понимаю я, все так было хорошо, проходил квесты, фармил себе потихонечку, блин, вот даже топорец себе, блин, нафармил за фракционные эти жетончики, как они, че не жетончики, а эти. Коин, токены, токены. Выкачал до второго уровня магазин. Я думал, там бесконечно можно проходить эти задания. Бесконечно можно проходить задания, но у меня почему-то они закончились, ПВЕ именно. ПВП я пока даже не берусь, потому что, блин, я думаю, я там ничего не смогу сделать. Тем более, моя фракция хер знает где, я почему-то нахожусь здесь, и как это все работает, почему, как, зачем я вступил в эту фракцию вообще, почему я играю не на русском сервере, почему так сложно. Вообще, у меня столько вопросов, а ответов нет. Что это такое? Так... Добрый день. Так. Ну, попроходим сюжетку и посмотрим, куда это нас заведет. Что я могу в соло без помощи на испанском сервере. Кстати, буду очень рад, если кто-то тоже захочет поиграть. Кто-то захочет присоединиться в пачку, мне что-то новенькое рассказать, что-то интересненькое. Иди в жопу, волк, слышишь? Не в мою только. Пошел нафиг. О, ну тут как-то светлее и красивее. Мне аж легче стало немножко на душе. Тут есть смысл, просто бежишь куда-то и ты собираешь. Получается, выкачиваешь уровень сбора свой. Я так понимаю, правильно? Вот алоечку там собрал какую-то. Есть смысл не просто бежать, просто. Ты просто бежишь. Какая-то просто гринвуд я собираю. Если я буду собирать какие-то алоики там всякие, они мне выкачивают сбор мой. Просто если куда-то бежишь, постоянно собирай по пути. Всякие травы, они тебе пригодятся. Потому что ты не можешь вот это собирать. Оно в дальнейшем тебе пригодится по-любому. Пройдено, и оно меня... Она мне говорит, возвращайся назад. Давай через Call to In. Так, он нам дал какой-то сундучок. А в сундучке что у нас? Топорец, гирскор. Я так понял, гирскор ничего не роляет. Ну, роляет на высоких хай-левелах. Я так понял, тут надо собирать два сета брони для меня. Как я почитал, или на силу, или на выносливость. Потому что ты или ДД, или танкуешь, короче. Другого не дано. Так, куда дальше нас послал этот? Нафармил с квестов, фракционных квестов 245 азота.
Опа, появились квесты. Берем квестики. Квестики. Но нас посылают квестики в зону с красными головами. Я туда ходил, меня там убили. Я ничего не мог сделать. Я не знаю, что это за окружение, не знаю. Так, ну хорошо, что начали появляться квесты. Так, фаст телепорт. Не знаю. Одни вопросы. Наверное, моя тупость, моя глупость. Так, а что нам тут нужно сделать? Найдите таинственного старика. О, он тут рыбку ловит, смотрите на нее. А что за пролаги? Офигеть, у меня игра повисла. Я ничего сделать не могу. Добрый день. Могу escape нажать. Оп. Опа, отпустил. When time slips beneath death's grip once too often. Did you hear that? What fools these mortals be? Так, он нас отправляет. Куда ты нас отправляешь? Perhaps the stones remember. Это офигенно, когда есть. Че, не могу тэпнуться? А, вы можете быстро перемещаться только с города, поселения или заставы. Блин, интересно, я тут русских найду. Так, отсюда я могу телепортироваться? Да, могу. Что ты, Китя? Скелетончика, да, скелетончика, мочка. А что это? Может, могу я собрать ли это? Нет. 10 уровень сбора. 17 скелетончик. Подходишь. О, там какие-то эти лежат. Здрасте. Ничего себе, он сносит этот. Жесть, я не успел. Неплохо он мне посносил. Так, все, берем, посмотрим, что это такое. Ага. Какой-то гороховый суп дали. Угу. Понял. Так, где-то я это уже видел. Потому что я тут уже пробегал. У меня синие атаки какие-то стали. ХПшечка. Не до тебя мне сейчас. До свидания. Ты грибы какие-то. Ух ты, падла. Сейчас же убежишь по-любому. Я знаю вас. О, могу собирать грибочки какие-то вонючие. Мухомор, так мухоморы могу собирать, да? О, 20 уровень. Сбора есть, хорош, хорош. Пригодится для крафта. Не, игруха меня затянула полностью, просто полностью. Она меня просто сожрала с ног до головы. Нам просто надо идти по... По тропинке и свернуть направо. Блин, отзовитесь, люди, люди, отзовитесь, кто на Балтике играет, кто наиграет на Балтике. Если тут русскоязычные люди, а то я себя чувствую каким-то отшельником. Мамочка! Ух ты, ничего себе.
Ничего себе, он мне прописал. Круто. Так, а что мне тут нужно сделать? Это какая-то руна или что это? Картина Пикассо. Ой-ой-ой-ой. Полегче, алё. Не-не-не, против двоих тяжело. Что там? Чем все равно попадать. Вам не кажется, что вас много, а я один как бы? Да, ой-ой-ой-ой! Я сейчас потухли все. У. Так, хавай хилочку. Опа, что это за душара? Подводник. Ух, ебать. О, полегче. Хорош. Жесть, как он меня прописывает. Ой, я сейчас отпиздю. Я сейчас откисну. Нет, чтоб кем поставить. Раз поставили кемпик, можно и поджарить мясо. Так, я мимо, я просто мимо прохожу. Я никого не трогаю. Ой, они тут фармят мишек. Жесть, как офигенно в пати, наверное, проходить это все. Когда вы общаетесь и вы думаете, что вы будете делать. А, станина закончилась. Так, мне вот эту душару, походу, надо убить. Я так понимаю. Хорошо, что установили кэмп. Как это замечательно. Да, наверное, лучше с мечом мне. Нет, тут надо комбинировать, я просто, ну... Добрый вечер, просто, понимаете? Я еще не понимаю. Я просто еще не проснулся. Вот если бы не умер бы, не нашел этот сундучок, я просто тэпнулся в ворот бы. Понимаешь вот это, понимаешь вот это? Никого не трогаю, а вот он на меня нападает, вот это, понимаешь? Что мне тут нужно сделать? Ну, мне надо вот этого душару убить, отвечаю. Не, мне надо собрать тут сундук. Мне тут душару не надо трогать. Давай, давай, давай. Давай. Ты можешь перекатываться или что-то? Типа того. Ой-ой-ой, сейчас я... Опять отправлюсь на кемп, походу. Не, ну он же выпад делает, что ж ты делаешь, господи. Мне хочется того душару убить. Так, читаем записочки. О, нет, табличка. Табличка. Так, нам просто надо было прочесть табличку. Так, куда нам дальше? Куда мы идем дальше? Да, серьезно?
Иди нафиг, он сам на меня напал. Да, он пока по мне попасть не может. Умочка, ну на изи. Я же танк, ему. Ого, он разошелся, что-то. Давай, давай, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Хорош. Полегче, слышь. Куда ты меня, блин, в воду за... Ой ты, господи. О, рэпиру дало. Так, третья табличка есть. Что делаем дальше? Он сможет прыгнуть на 6 метров и нанести 135% урона от оружия. Итого у нас останется ничего после телепортации. Больше не смогу телепортироваться, придется квесты проходить. Азот дается за фракционные квесты, я так понял. Так. Вот эти квесты, вот этот квест я не могу взять, потому что там красные головы меня убьют. А тут я могу попроходить вот эти квестики 4 и 5. Так, ебой. Берем следующий квест у него. И тут тоже осаждения какие-то, и тут осаждения. Они везде, эти вары. То есть смысла менять локацию нет, как бы. Потому что надо квесты подбирать там, где их нет. О, так я тут рядышком совсем. Пройдем парочку фракционных квестов. Фракционные квесты в основном по сбору, убийству или охоте. Короче, я так понял, по пути нужно собирать просто все, что видите просто. Собирайте то, что вы выкачиваетесь. Во-первых, получаете за это экспу дополнительную, которая вам пригодится. Лишняя экспа не бывает. Пошлёпу дал. Ничего себе, вот это, вот это. Вот это, мать вашу. Что за хуйня? Капитан Барбоса, молодой. Молодой капитан Барбоса. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами молодой капитан Барбоса. И это New World. Я себе прописунчиками. Метров. Шо, отдыхаешь, да, чё? Так, ящички нам надо собирать. Вообще кайфово. Выпад. Так, подхилимся. Да, если с топором ты попадаешь, то с мечом ты при выпаде своем не попадешь. Ту станинку нормально сбивает. Ну я хумая, блядь. Кумбая, май лорд. Кумбая, май лорд,
Кумбая. Ого, 240 криты, блин. Опачки. Деревянная секс-кукла. А я думал, он залетит туда. Так, а тут что у нас? Тут на нас малиновый. Я параллельно пиратов-то убиваю, и она мне засчитывает. Что, не попал? Странно, странно. Так, еще один пират мне остался. Это рекло. Так, тут все. Один квест есть. Можно их не засыпать. Вот мне просто ящики нужны. Вот ящик, да? Давай, 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 давай. Хорош. Ой-ой-ой. Притык нет смысла использовать. Полегче. Хорош. Опачки. Перк выпал. Ставочка в оружие выпала. Так. Да иди ты в попецию. Так, это считается за... Да, ух ты. Это зелененькие шузы выпали. О, угу, неплохо, неплохо. Тут силы больше. Ой, здрасте, слышишь? Что такое? Мне не ровня, Василий. Василий. Последний ящик. Не, не, не дадут его собрать. Оп. Опачки. Ага. Ага, вот, это охота, охота. Вот зачем. Зачем нужен лук. Ух ты. Разбираем. Так. Лучок. Да, иди. Блин, они дают задание на охоту, блин. Как бы, Эси. Я могу не выполнять, конечно, это задание. Могу два задания на убийство и сбор выполнять. Но почему бы и нет, если эти задания еще рядом попадаются. Ух ты ж, блин. Волочек.
сюда иди. Блин, опять артефакт активировался этот. Нам быстрее убивать. О, сразу двоих. Так, ну что, идеальная комбо делаем. Начинаем с ешки. Заканчиваем луком. Идеально. А почему начинаем с ешки? Потому что эрку я переставил на ешку для КПД. Так, Recall to Int там перегрузился, я надеюсь. Е-бой. Телепорт. Расходим. Хорошо. И по кругу погнали, погнали по кругу. Собрать в берлоге медведя. Ящички. Не обязательно драться с медведем. Проверено розе. Так, ну это бесконечно проходить. Я могу и просто сам. Так, ну теперь о самом вкусном. Это мы будем крафтить сумку для повышения грузоподъемности. Я так понимаю. Вот эта сумка. Лоу. Пак, лоу. В сумку добавлять азот. Которая дает показатель выше. Простая руна удержания, которая дает контейнерам возможность удержать больше, чем они обычно могут вместить. Эту руну мы можем приобрести у своей фракции. Руна стоит 1000 коинтов. Но это не так много, это, ну, это пройти 6 квестов. По кругу просто проходите 6 квестов и покупаете эту руну. Просто для сравнения пойдем на аукцион и посмотрим, сколько, во сколько нам обойдется эта сумочка, если мы ее просто захотим купить. Сумочка находится в разделе вещей. В самом низу. Бакс. Плюс 150. Так, короче, 150 и плюс 50. Да, это самая простенькая. 100 тысяч. Такой 230 гир скорость, 106 энчарс. Но если мы еще добавим азота туда, то она еще круче должна выйти. И вот 380 тысяч золота. А там, ну, коинты такое, их нафармить можно, то что квесты бесконечные, можно позадротить и коинтов нафармить. Можно сэкономить. Вот, 420 тысяч. Уменьшает вес камня, блоков драгоценных камней на 6,1%. Так, чтобы скрафтить сумочку, я уже показывал, что нужно собирать. Я знаю, как тут на... можно денежки срубить. Шканапля, бля. Нам нужно вот эти тряпки делать, короче, вот такие тряпочки. Для создания сумочки нам понадобится 45... обделанной кожи, 25 тряпок, 10 металла, ну и руна для увеличения веса. Добавляем 15 азота. У нашей сумочки должны быть хорошие показатели после этого. Скрафтили сумочку. Сумочка дает дополнительный перк. Уменьшение веса доспехов на 6,2%, что неплохо. Gear score 213. Для увеличения грузоподъемности в половину, думаю, неплохо. И плюс, когда вы что-то создаете, вы также получаете экспу и прокачиваете. 22 армор. А эта шляпа дает. О, вот это мне надо, это больше армора дает. Так, создадим с азотом. С азотом, да? И что-то впихуняем туда. Крафтить с азотом. Мы получаем шляпу. Получаем шляпу. 220 гир скоро. Плюс 7 конституции, что неплохо. О, вот это истинная шляпа боярского. Истинная просто. Это просто офигенная шляпа.
Шляпа-шляп просто. Так, я хотел скрафтить шляпы просто без добавления азота. Так, скрафтили шляпы. Посмотрим, какие у нас получились шляпы. Так, плюс 7 декса, 206. Герскор, 217 герскор, плюс декс, интеллект. 212 конституция, фокус. Да, без азота оно вообще нет. Надо было азота добавить. Сейчас бы хватило. Да, вот это самое прикольное мне нравится. То, что крафтятся шляпы с разными статами. Неминское казино, это просто вот это классное казино мне нравится. Пока по кайфу. А, да, еще хотел сказать, вы создаете шляпы, ну, не зря создаете эти шляпы. Вы их просто разбираете на ремки для своей одежды. Ладно, на этом мы закончим наши приключения с Розе. Всем до новых встреч!